«Русская кибернетика» с Евгением Сваловым и Александром Киреевым. О самом новом и значимом в российской электронной музыке в еженедельном радиошоу и подкасте. Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире музыкально-просветительский проект «Русская кибернетика». Для вас работают Евгений Свалов, Формал и Александр Киреев. Сегодня мы начинаем вместе с российским электронным музыкантом Павлом Черногородовым и его проектом «Пол Чер» и новой романтичной композицией «Среди звезд». We'll be right back.
Следующая композиция также связана с ночной вечерней тематикой. Это Алекс Нейл и наступление сумерек. Nightfall. Удивительное дело, когда в первую декаду ноября мы слушаем в русской кибернетике композицию Дениса Астори под названием «Весенний бег» — «Spring Run». Хорошо, что до весеннего бега по улицам городов осталось меньше полугода.
никогда не заканчивающиеся грувы, наглядное и, как сказали бы интернет-маркетологи, продающее название. Электронный музыкант Марк М.Джи так назвал свою композицию для уральского издательства «Екабит Мьюзек». Уверены, желающих потанцевать много среди нас, а кто-то, наоборот, берет паузу от грувов, но не в ближайшие минут пять.
композиция, возглавляющая сейчас большинство органик хаус и дип хаус чартов, рейтингов, топов и регулярно выглядывающая из многих диджейских пластинок. А если быть точными, то, конечно, фанатек, но мы бы в свою кибернетическую коллекцию этот винил точно купили. Владимир Ершов, Володя Проф и Таисия Краснопевцева, три сестры. Thank you.
«Пионерские таланты. Сказка» под предводительством Максима Лязгина представили новую композицию «Blackout». Ну, кому отключение электричества, а кому комфортную вечернюю композицию. Control.
Следующий трек, на мой взгляд, не совсем соответствует своему названию, но замысел автора всегда первичен. Виталий Пекое и его проект Peace Agreement. Трек называется «Инцидент». Новая композиция южно-уральского электронного музыканта Александра Горбунова в его проекте Real to Real называется «Преодоление» — «Overcoming». Совсем скоро на всех цифровых платформах в каталоге издательства «Forza». We'll be right back.
есть определенное предчувствие, что сегодня в лаборатории у нас абсолютный студийный эксклюзив. Саша, тебе слово. В эфире лаборатория русской кибернетики. Ее заведующий Александр Киреев. Как нам известно из классики, из книжки «Карлсон, который живет на крыше», есть несколько способов, чтобы бороться с незваными гостями. Это курощение, дураковоление и низведение. Сегодня мы исследуем еще один способ – затанцевание. Бутлегер-провокатор Алексей Пиксель-Лорд встретился с популярной культурой в лице блогерки и тиктокерки «Карнавал» и решил поднять эту культуру на новый уровень, разогнав скорость ее применения до небес. Мы не бываем на концертах такого рода, на которых поет эта блогерка, но, судя по свидетельствам, творчество Валентины Васильевны Карнауховой пользуется популярностью. Над идеальным вокалом, споры о натуральности которого не прекращаются на ее официальных ресурсах, явно работает отличная группа профессионалов. Так зачем же пропадать такой акапелле? Этот прекрасный неофициальный бутлег я услышал в ежемесячном миксе нашего друга Ромы Брусники. Кстати, рекомендую послушать целиком. Ну а чтобы далеко не ходить, давайте затанцуем эту песенку до небес. Песенка «Ромашки». Оригинальное исполнение Валентины Васильевны, остроумная обработка от Алексея Сергеевича Пиксель-Лорда. И сотни роз не стоят ни одной твоей ромашки. Ромашки летят в костер. Все ночи без тебя не так тяжки. Мне тяжело. Спасибо лаборатории русской кибернетики за мощнейший эксперимент этой недели. Мы продолжаем с интервью частью и готовы начать беседу с гостем. Добрый день, вечер, ночь или утро, дорогие друзья. В последнее время география интересов русской кибернетики расширилась по десятку часовых поясов, потому что многих русскоязычных музыкантов, продюсеров пораскидало по нашей планете. Поэтому наша миссия — это объединять их, слушать
слушать их, слышать, давать говорить и обмениваться мыслями. В общем, не оставлять их в одиночестве ни в Москве, ни в Ташкенте, ни в Майами, ни в Калининграде. И, кстати, сегодняшний наш гость — это музыкальный продюсер как раз из Калининграда, руководитель лейбла Dark Mirror Records Алексей Нанокалт. Мы давно наблюдаем за этим лейблом, а с некоторыми участниками, которые там выпускаются, у нас уже были гостевые миксы. Например, это белорусский талант Майкл Эй. О нем мы поговорим чуть позже. И об этом нам расскажет, собственно, наш гость. И это Алексей. Привет, Леша. Александр, приветствую. Привет, да, всем. Спасибо, что слушаете нас. Мы с редакцией подготовили темы для обсуждения, которые точно будет интересно послушать, обсудить, а потом и послушать часовой микс во втором часе и в отдельном посте. Уже осознанно. Но сейчас у нас будет информационно-музыкальное разговорное представление «Премикшер русской кибернетики», которое будет опубликовано на всех доступных сервисах подкастов, а через некоторое время дадим и текстовую расшифровку. И, кстати, в сокращенной 15-минутной версии мы выходим. До сих пор выходим на наших дружественных FM-радиостанциях. Кроме того, ищите нас на нашей основной странице во ВКонтакте vk.com/rusyber, в телеграм-канале Русайбер. Там мы выкладываем записи всех программ, которые можно послушать там же, не прибегая к дополнительным средствам. И начну издалека. Алексей, твой лейбл называется Dark Mirror Recordings, а одна из последних компиляций — Shamanic Cult. Почему ты обратился к темному зеркалу в названии лейбла? Хотя вроде у тебя достаточно мелодичная такая, миролюбивая музыка. Можно, конечно, предположить аллюзии к сериалу Dark Mirror, но там немножко другая история. Так вот, почему ты так решил? Не было ли опасений, что публика посчитает твое название слишком мрачным? Спасибо за вопрос, Александр. По поводу названия лейбла. В моем представлении темное зеркало — это определенного рода субстанция, куда человек смотрит и погружает, скажем так, все свои негативные эмоции и не получает взамен, скажем так, какие-либо отрицательные назад, то есть отдача. А в данном случае лейбл, он выпускает не только мелодичную музыку. Основное наше направление — это прогрессив хаус, мелодик техно и техно. А относительно Шамани Культ, мы делаем данный проект. Это подкаст, скажем так, нашего лейбла по итогам издания за месяц. Первый мы подготовили. Он уже доступен с сегодняшнего дня на всех цифровых площадках и готовится уже за ноябрь, то есть за текущий месяц. Он будет с голосом по аналогии с вашей программой, а я ее старый поклонник, очень давно ее слушаю, то есть годов с десятых, вот так вот примерно, точно не скажу, но очень нравится мне ваша программа. С шаманизмом я познакомился в Забайкалье, а конкретно город Чита. Я ездил в гости к своему знакомому и музыканту, которого выпускают, зовут его Виктор Пролакшн. Когда я был в Забайкалье, а это очень такой шаманский регион, потому что основная вера у них там буддизм, индуизм, то есть и очень много посмотрел, в том числе и наскальные рисунки тоже там присутствуют. У них там в горах есть определенные места, где постоянно проводятся ритуалы. Я вот посмотрел, очень меня это вдохновило, порадовало, энергетически зарядило, да. И, соответственно, вот я решил использовать шаманик вот в работе. А вот интересно, веришь ли ты сам в черную или белую магию? В нашем мире происходит очень много чудес, не подвластных науке и объяснениям, поэтому я верю, что чудо существует, а белое, оно либо черное, зависит от обстоятельств. Поэтому верю. Я не знаток калининградских клубов, а что это за клуб такой? Вагонка? Вагонка. Мы планировали на Вагонку мероприятие. Вот как раз, когда началась у нас мобилизация, и все сорвалось уже
все было арендовано, аппаратура, звук со всеми, уже даже перешли к покупке билетов, и вот у нас мобилизация, и, к сожалению, у нас все это дело поломалось. Да, вагонка, и есть еще такой клуб «Универсал». То есть это такое пафосное место было, такое двухуровневое. Скажем так, в 90-х нулевых руководителем был такой великий российский теннисист Сафин, если помните, да. Да, то да, есть да, так он делился по направлениям электроника и, скажем так, немножко попсы, ну, я имею в виду лайв-концертов. Но потом из-за того, что в немецком здании у нас архитектура в основном вся немецкая, не соответствовала пожарным требованиям, его подзакрыли, пару лет он не работал, и сейчас его реанимировали, и все круто, то есть классные вечеринки там проводятся. Я думаю, что мы будем представлены там отлично. Всех обязательно пригласим, и вся информация будет у нас в пабликах. Когда ты устраиваешь вечеринку, какого примерно слушателя ты ожидаешь видеть по ту сторону диджейки, и кого ты пишешь своей музыки? У тебя есть какой-то такой вот образ, то что да, вот именно он будет танцевать, а тот образ, будет пить коктейли. Да, сразу скажу, что и вы, наверное, знаете, что электронная музыка, как правило, у нас имеет свой определенный сегмент возрастной. Это от 35 лет и выше. То есть основные посетители мероприятий — это уже взрослые состоявшиеся люди, платежеспособные, которым нравится, которые и танцуют, и отдыхают, и очень круто даже порой танцуют до утра, как зажигалки, еще потом на автопати едет. Вот поэтому возрастная категория от 35 и выше. Так, мне немножко обидно за тех, кто 35 минус. Куда же ты их отправишь танцевать? Ну, я приглашаю всех просто из опыта молодежи до 25 лет, как правило, очень интересует электронная музыка, а больше, скажем так, определенный хип-хоп, культура и попса. У тебя есть серия миксов Dark Mirror Session. Могут ли молодые музыканты направить тебе свои работы, чтобы прозвучать там? Или нужно как-то обязательно у тебя издаваться? Ты вот только что упомянул, что у тебя закрытое производство. И какие критерии вообще пробраться к тебе? Легко, очень легко. Dark Mirror Records @gmail.com. Присылайте ваш материал, я все отслушаю. Если все годно, начинаем работать, подписываем контракт. Вы выпускаетесь. Я работаю как и с новичками, так и с опытными, уже старожилами жанра. На днях 30 лет в эфире отпраздновала программа Essential Mix Пита Тонга. Со мной одна из важнейших программ о разных жанрах истории электронной музыки. И вот Тонг рассказывал в свое время, что все эти годы строго придерживается правила, которые ему когда-то озвучил один из продюсеров BBC Radio One. Правило такое: диджейские миксы должны быть для слушателей, но не для танцполов. Когда ты готовишь авторские миксы, в том числе и для сегодняшнего гостевого микса для русской кибернетики, и в целом для каталога лейбла, на какие правила ты ориентируешься? На клубы или на вечеринки, когда микс должен качать, и под него можно было бы там еще и поплясать? Либо же на более массового слушателя, который там сидит в офисе, чего-то там в Excel-ке делает? Естественно, музыка, любая электронная, она в определенной мере и танцевальная. Первая очередь – это донести. Второе – создать уют человеку, когда он это прослушивает. А третье – дать ему перспективу на то, что он под это может танцевать. Вот примерно так я бы ответил. Компания разработчик программы Mixed & K, в свое время гремевшая среди диджеев, показывающая, как красиво сводить треки по тональностям, на днях показала нам новую программульку DJ Studio. И разработчик его называет чат-GPT для диджеев. Смысл этой программки в том, чтобы вгрузить в нее треки, там, настроить пару параметров буквально, и все, микс готов. На твой взгляд, любопытно попробовать подобное? И вообще, насколько этично, например, собирать в такой программке миксы или выступать в клубах?
Мне искусственный интеллект знаком. Я видел много работ, которые делали коллеги, ну, скажем так, других жанров. Видел клипы, которые делал чат GPT. Очень прикольно получилось. Но я в своей работе стараюсь пользоваться олдскульными вещами. Микс, который сводит за вас программа, ну, это не микс. Выступать так нельзя. Ты должен работать. Люди должны видеть твою работу. Они должны это чувствовать. Они за этим пришли, а не просто послушать музыку. Поэтому я более олдскульный, скажем так, человек и считаю, что если ты диджей, ты должен играть вживую. И немножко вернемся к твоему личному авторскому проекту «Нанокул». Известно нам о нем относительно немного. Фактически рост популярности, по нашим наблюдениям, начался примерно год назад, осенью 22-го. Не бывает что-то многое из ничего, поэтому наверняка у тебя были какие-то творческие псевдонимы в прошлые годы. И как ты лично вышел к потребности писать музыку? Первый раз с электронной музыкой я познакомился в 94-м году. Мне сестра... Да, мне сестра из Германии привезла первый альбом группы Prodigy. То есть я затер эту кассету до дыр. И, скажем так, у меня был друг, сейчас он живет в Австралии, музыкант, закончил консерваторию. Вот мы с ним сложились, купили синтезатор у нас первый, Roland был, потом компьютер мы купили, это был год 98-й, вот как сейчас помню. Начали писать техно-музыку. Техно и транс-музыку. Я больше транс-музыку вообще вот люблю. Психоделическое звучание Гоа, Псай, Псайтек. Вот. Начали писать, записываться. Мы еще записывались тогда в студии на мини-диск. Я ездил в Москву, и издавали мы релизы на сборниках. В такая студия «Квадродиск» была, дочерний лейбл студии «Союз», где издавалась, ну, скажем так, не широко популярная музыка. Потом, скажем так, в 99-м году я поступил в военное училище, институт. И, к сожалению, из-за того, что я 13 лет отдал службе в органах госбезопасности, я не работал. После того, как я закончил службу, снова вернулся к музыке, но очень много работы не издавал. И сейчас просто решил все это дело реанимировать, скажем так, в новом ключе, под стиль. Может быть, еще drum'n'bass. Буду писать, но под другим псевдонимом. Хорошо. И рубрика, наша постоянная рубрика «Музыкальная посылка», в которой наши гости общаются друг с другом, но опосредованно через нас. Ты отвечаешь на вопрос одного из предыдущих гостей программы и потом задаешь интересный вопрос нашему следующему гостю. И тебе вопрос пришел от московского музыкального продюсера. Это Алексей Вялых, он же Сибвест. Какое бы такое место или точка мира, в которой бы ты хотел поехать, чтобы тебя это вдохновило на написание какого-то очень эмоционального трека? Я бы с удовольствием поехал туда, куда я очень давно хочу поехать, но пока еще не сложилось. Это Северный Гоа, Анджуна, туда, где живет XP Вуду. Хотел бы с ним бы познакомиться. И я думаю, что это меня вдохновило бы на написание более психоделичного продукта, как прогрессив звучание, так и технозвучание. Гоа. Чтобы продолжить цепочку, задай, пожалуйста, интересный вопрос нашему следующему гостю Тимбону. С какой долей вероятности в ближайшие 10 лет российская электронная сцена станет топ
номер один. И, друзья, мы не будем говорить о том, что всякие магические символы обязательно работают, или что это полная ерунда. Если это приносит радость и творческое удовлетворение как вам самим, так и вашим друзьям, и никому не вредит, то это в высшей степени замечательно, потому что это разнообразит нашу жизнь, делает людей более разносторонними, счастливыми и свободными в собственном выражении. Это ли не радость? И в этот раз в беседе в русской кибернетике был руководитель калининградского лейбла Dark Mirror Recordings Алексей Нанакульт. И я благодарю тебя, Леша, за интересную беседу. Спасибо, Александр. Буду рад вас слушать дальше и рекомендовать. Спасибо. Будем на связи. Спасибо тебе большое. И готовимся слушать твой. Друзья, буквально через минутку мы продолжим и услышим непосредственно ту музыку, о которой шла речь в интервью части. Пожалуйста, не отлучайтесь надолго, ведь впереди еще 60 минут вместе. Русская кибернетика с Евгением Сваловым и Александром Киреевым. О самом новом и значимом в российской электронной музыке. В еженедельном радиошоу и подкасте.